Завершилось выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана. Всего же в Центральную избирательную комиссию были представлены документы 12 претендентов от республиканских общественных объединений. На сегодня пока только 5 признаны соответствующими требованиям законодательства. Это действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Мирам Кажикен от Содружества профсоюзов «Аманат», от партии «Аул» Жигули Дайрабаев, а также Каракат Абден от Национального альянса профессиональных соцработников. Как заявили в ЦИК, документы еще 7 находятся на рассмотрении. Установление соответствия сейчас продолжается, это рабочий процесс. Также некоторые кандидаты уже сдали экзамены на владение казахским языком. Вот, экзамены продолжаются, работа продолжается, то есть мы находимся в таком, в текущем рабочем режиме.